есть мы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Блейнар, и это реакция ютуберов. Не забудьте поддержать видео с лайкосиками и комментарием, это крайне важно. Если впервые на канале, подписка, колокольчик. И вступайте в наш телеграм, чтобы не пропускать видосики и новости канала. Также заработал наш второй канал, который был переименован в Блейнар Реактор. Ссылочка в описании, там видосики тоже будут выходить. Все, приятного просмотра, берите чайку-печеньки, погнали смотреть. Нифига себе, их технологии шагнули далеко вперед. Вы видели, что тут происходит? Бластер с автонаведением. Вот это мы еще не видели. Я как понял, ей управляет камера Вумен, но это не точно, я могу ошибаться. Скибиди Майкл Джексон? Так, ой, блин. Камера Вумен горит очело. Ну, слава богу, она его затушила. Ой-ой-ой-ой-ой, какой кадр, ребята, какой кадр. Кого же она мне так сильно напоминает? Кто помнит вот этот момент? Ставьте лайк, блин. Почти мурашки пошли по коже. Блин! Черт, такой эпик остановила TV Woman. Шо капец. Но я думаю, что она сделала правильно. Она спасла свою подругу. Потому что, скорее всего, ну, мало бы у нее было бы шансов. Все-таки она не Вантус Мэн. Вот еще какая-то пукалка тут летает. О, ну это все, это Вантус Вумен XZ, ребята. Это все, это бегите. Это прячьтесь. Она стала XZ. До свидания. Все. Все разлетаемся. Все сразу, что называется, спетляли в ужасе, как говорится, да? Хорош, он там догорает, товарищ, что ж там внизу. Это что за звездные войны, световые мечи? Это что там происходит, так, а? Четко. О, какой мужичок бодрый выскочил. Ой, что-то у него там днище пробило, по-моему. Что это было? Подождите, это надо пересмотреть, я не понял. Вот он, вроде все нормально. Так, вот чувак летит. Вот, у него, смотрите, у него загорается одна из этих вот турбин, вот этих. Бах. Не, это он выстреливает из нее, да? Это он выстрел совершил. Я, честно говоря, думал, что он взорвался. Это было мне вот, мне так казалось. А может, так оно и есть, не знаю. Не, вроде он в порядке, да? Это просто огонь вокруг. Кто ты? Кто ты? А, это вид сзади. Это вид сзади на нашу Вантус Вумен, да? Все, один на один. Так, так, на кого же это пародия, действительно, вау. Вот это эпик. Вот это эпик. Нам давно такого героя не хватало, блин. Нет, ты что делаешь, ты с ума сошла, что ли? Вот правильно, кстати. Правильно, видите, ТВ-мены, они включают иногда рациональное мышление. Вот Вантус-мены, они все такие, просто один на один идти, прям, я не знаю, но на мировую угрозу просто камераменчество, человечество, да, вот. Ну зачем? Сражения продолжаются. Опа-опа. Вау, какая-то пушка. Йоу, она управляет ею? Бум! Вот это круто. О! Майкл! Это же Майкл! Слушай, а что у него на руке, кстати? Что вот это? Что вот это такое с лампочками? Это щит, да, по идее? Или что это? Подожди. Ой. Здрасте. Ай. Ай-яй-яй. Жопка подгорела. Так, потушила. Йо! Да ладно, это отсылка на Вантузмена, когда он шел с двумя вантузами. Йо, смотри, ой, блин, это фан-сервис там чуть. Музыка из Half-Life'а.
Тут. Воу, ты кто? Не понял? Простите, что? А почему она... Во-первых, что у нее на спине? Почему она похитила... Ну, кстати, ядро появилось, что? И она похитила... Оу май, кстати. Поза! Поза! Оу май! Оу май. А почему она похитила ее? Опа! Агрессивный режим включен! Так, вроде бы все окей. Полыхает, немного подгорело. Блин, это как в 50-й серии, друзья! У меня мурашки! Тиви Вумен спасает ее. Типа, ты че, совсем, что ли? Ого, какой-то боевой режим. Прикольно, так красным загорелось у нее. Теперь это у нас Вантус Вумен, кстати. Раньше был Вантус Мэн, теперь у нас Вантус Вумен. По-моему, я слышу этого Майкла Джексона. Новый персонаж. О, а это кто? Новый персонаж с пилой, вот это было сейчас. Какая классная музыка, по-моему, я ее знаю. По-моему, она из какой-то игры, да? Мне нравится эта музыка. Ой, такая отряхнулась. О, это отсылка на Вантус Мэна, да? Это отсылка? Мы же где-то это уже видели. Ой, крутая музыка. Ютиви Вумен. Вы это видели? Вы это видели только что? Мы это пересмотрим, я скажу, в чем там дело. Вот, смотрите. Вы видите, куда... Короче, где рука у Тиви Вумен? Внимание, ребята. Внимание. Вы увидели этот мув? Еще раз. Руки на стол. Да. Это дофакбум любит. Еще она на каблуках, да? У нас, по-моему, первая персонажка на каблуках. Или раньше тоже другие персонажки были. Интересный кадр вы сейчас видите. Надеюсь, желтую монету мне за это не дадут. Он... Режим убийцы включен. Если человек-паука сразу вспомнил. Так. Самонаводящаяся. Это как самона... Самона... Как по-английски это говорится. Забывает. Так. Вот это он огромный! Блин, музыка крутая. Мурашки прям. Прикиньте, ты стоишь такой маленький, и появляется такая здоровая громадина, и ты один против нее. Отряхнулась. Ну чё, сука, сразимся? Я тебя пробью. Прочищу. Дрон-убийца. Блять, не получилось, весь эпик сломали. А, он ее защитил, типа? Типа, не страдай. У тебя нет шансов. Воу-в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 оу. Истребитель на астроскими дисте. Это что такое? Это гигантская камера? Это гигантский спутник-камера? А, подожди, ею управляет... Самонаводящийся выстрел. Нифига себе, она сбила ее! Хорош, мне это нравится. Подожди, вы слышали этот звук? Он упал. Это был скибиздис Джексон, помните, в шляпе? Ну, под Майкла Джексона закос. Так, я так понимаю, он побежал его добивать. Кто-то приближается. Нифига себе!
Нифига себе! Подожди, он настолько быстро переместился, и он все-таки телепортировался. Мне вот это вот интересный момент. Что только что произошло? Буквально за миллисекунду он появился прямо здесь. Гигантский астроскибидист? Нет, нет, нет. Нифига себе, одним выстрелом? Он одним выстрелом просто... Всех шугануло, смотри, всех просто разлетелись на части. Его кто-то пытается атаковать. У него 4 пушки и одна центральная. Да ладно. Она пойдет на него одна? Она пойдет на него одна? Просто смотри, на максимальном пофиге просто идет одна? Да ладно, а что она ему сделает? Это кто? Это TV Woman? Подожди, а что у нее за приспособление на спине? Какой-то странный круг с шипами. Это новое оружие? Она ее... А, она не дала ей напасть, потому что, ну, естественно, там она бы погибла, потому что слишком, ну, неравные, мягко говоря, силы. Она ее телепортировала. Истребители. Я тебя понял. Нифига себе. Нифига себе у нее там штучки, Янце. Офигеть. Так, Майкл Джексон пошел. Майкл Джексонский. Фред. Так, Фред, не умирай, бро. Наверное, он умрет, да? Блин, мне его жалко будет, на самом деле. Я сказал перед серией, что его не жалко будет, если умрет, но... Но я его смотрю, и я такой, нет. Он только же появился, зачем его убивать? Что происходит? One to Zuman, давай. Как One to Zuman. Это на мимо пойдет. Давай, как One to Zuman. Погнал, погнал, погнал. Вентиляторы включил свои. Нифига. Выглядит круто, друзья. Так. TV Woman? Лучшая TV Woman! Прямо как мой. Как в моем превьюшке прям. Воу, истребитель, разрушитель. О, режим агрессии. А, скибиди Майкл Джексон там что-то делает. Работают парни, G-Squad на месте. Чё там, всё что ли? Вот тот самый Астра из спойлера. Саундтрек какой-то новый. Та-па-па. Что? О, отсылка. Да, One to Zoom. One to Zoom. А, спасла? Почему? Не стоит, типа? Как же громко нафиг. Почему так покраснело? Самонаводящиеся выстрелы, короче. Окей. Так. Что-то как-то слишком изи. Вначале Астра что-то как бы пососали чупа-чупса. Так. Ой. Это поворот. Рано я сказал. Что сейчас будет? Что собрал? Что он собрался сделать? Теперь один на один и с ним. Так. Прокачанные вантузы, окей. Эпичная музыка пошла. Представила. Ой-ой-ой. Спасает. TV Woman спасает, говорит, не надо. И тэпает. Она теперь в роли наводчика для орбиталки выступает. Понял. Прикольно. То есть они могут себя еще и подключать к общему управлению и служить эдаким наведением. Есть такая система, да, где разведчик докладывает там по этому квадрату стреляя и все. Но у них это еще современнее. Типа, теперь камеры это не просто съемка, а еще и могут буквально, как это, наведение, ну, знаете, как у ракет, тепловое там или просто фиксация цели и наведение в нее, в полет в нее. То же самое, но только от зрения камеры. Офигеть вообще. Вот это я понимаю, технологии подогнали. Ну, плюсик. Бум.
Я, правда, фиг его знает, как плазма умудрилась вот так вот сделать. Пролететь самонаводкой, это, видимо, не просто плазма, это какая-то ракета уже получается. Потому что плазма, ну хотя это, видимо, как у Г-мужика плазма, да? Тоже наводится, фиг знает как, но она это делает, и она сильная из-за этого. Тут, видимо, та же самая система используется. Ну, плюсик. Ну, конечно, куда же без него-то? Орет на всю улицу. Вот даже здесь слышно. Грех. Палится слишком сильно. Опа. Да, еще писали, кстати, в комментариях, что типа, ну они сражаются... Ну, камеры, в смысле, камерамены. Сражаются со слабыми астрами, с посредственными, никакими. Ну, во-первых, НЛОшечки и истребители не такие уж и слабые астры. А во-вторых, ну вот он вам, сильный астра. Сейчас и посмотрим, что они умеют. Или не умеют. Вопрос. Пока что. Вот эта музыка, кстати, знакомая. Она из Dying Light, что ли? Вот я помню эту музыку из Dying Light. Может, это какая-то другая, но похожа очень. Игра такая. Мертвый свет. Что? Погодите, я хочу это еще раз увидеть. Что? Правда, что ли? Ну, чё, самое время там, не знаю, шиперить, да кимокурки делать, да? Ну, да фак шарит, зато какая у него аудитория, что ей надо. Ну, да, правильно. А если серьезно к ситуации подходить, то, знаете, она почувствовала жопкой, что у нее жопка горит. Соответственно, они умеют воспринимать, ну, хотя бы в какой-то степени боль. Вот так вот. Вообще, плюсик, хорошая сцена, мне понравилась. А почему понравилось, не скажу. Да, это музыка из Dying Light. Нифига себе, прикольно. Вот плюсик. Мне вот это прям мое почтение. Ой. Так, руки, во-первых, на стол, а во-вторых, успокоились, нормальность. Ладно, плюсик, хорошая сцена номер два. Это она ее спасла, потому что, дура, ты куда полетела вообще? Тупая, что ли? Чё ты сделаешь ему? Ну, даже если подлетит, ну, глаза выткни, ты чё? Хотя не успеет, скорее всего. В общем, грех ей за то, что она полетела, и плюсик ТВ-хе, ТВ-шечке за то, что она это сделала. Ну, и плюсик за сцену, конечно. Руки на стол. Обожаю такое. Называется снаряд «Земля пи***ц». О, Майкл Джексоны! Так, где он? Прав. Но как вот некоторые кадры реально можно на обои стать. Вот это выглядит. О, давайте. Да. О, здрасте. Только битва намечалась. Ну ты зараза. Нифига, как она брутально встала, как будто из Джоджо сбежала. Она ей управляет? Мне кажется, что она слишком имбовая. У нее настолько много плюшек. Она имбовей любого другого агента. А...
ну, даже при всей ее имповости, я не думаю, что она с большим сможет справиться. Только не умри, пожалуйста! Да у нас уже минус один вантузик. Вторую нам не надо минусовать. А, это... Что? Что? Вот это сейчас что было? И теперь у меня два вопроса. Вопрос первый. Вот этот ТВ... Это ТВ Вумен, да? Она спасла сейчас свою подругу? Типа, чё ты на него лезешь, ты мелкая, ты сейчас помрёшь? Или же она заодно с Астра? Просто были теории, я не помню, у кого именно, что ТВ раса агентов, они будут предателями. По факту, наверное, она её всё-таки спасла. Такая сцена была, конечно, где они там вдвоём так прилегли. Ракурс интересный. Типа, знаете, её она спасла, все остальные помирайте. А я Степан, стой, стыкай сюда-сюда, кучу крутых видосов рекомендую. Зайти в раздел видео, вступить в Телеграм. Увидимся в новых видосах. Пока-пока.